Что ты говоришь, Виталий? Я говорю, вот теперь я буду каждую маленькую рыбку чувствовать. Да ладно, это каким образом ты маленькую рыбку можешь чувствовать? Ты ж, Андрюша, прям по сценарию. Ты специалист не по маленькой рыбке. Это кто-то просил показать реакцию Виталика на удочку. Но вообще-то я ему ее дала проверить, еще когда только пришел заказ. Так что в день рождения он уже ее знал. Разных весов. Три. Под разный вес разный наконечник. Это... О, тоненький, средний и потолще. Так это, оказывается, не под маленькую рыбку, а под разные рыбки. Это под разные кормушки. Конечно, заброс у тебя. Ух ты ж, ничего себе, крутяк, это очень дорогой. 3,60 длина. Подарок. 3,60? 3,60. Обалдеть. А это? Груз. 120 грамм. Слепому прочитай. 120 грамм. О, ака ждет тебя. Ну, ты, ё-моё, теперь все. Ну, я, конечно, своими бубревыми удочками не обладаю. Я вот своими бубревыми ловил. Да, классно. Хватит. Обалдеть. Обалдеть. Ни хрена себе. Ни хрена себе. Охренеть. Вот это... Ничего не разбей! Андрюша, своим ребенком. Тихо, лени рядом с головой, Андрей, ты меня пугаешь. Вот это еще длиннее! Ой-ой! Ой-ой-ой, давай вниз проверим! Проверим вниз! Давай, сколько килограмм? Килограмм должна. Сколько? 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 Классно, классно! Вот это подарок! А килограмм 15 должна выдержать. Скажи, тут кого в следующий раз приглашать на день рождения? Кто тебе такие подарки дарит? Ну все. Когда у меня день рождения? У тебя в марте, Андрюша, в марте. По-моему, Андрюша больше рад подарку, чем Виталик. Да, конечно. Классно. Просто Андрюша первый раз видит, а Виталик уже свыкся с этим. Он уже спал, наверное, уже 2 дня вот так вот. Обнимку. Спал, вот так обнял, вот так вот. У меня уже поклевки на нее вдруг во сне были. Ну что, поздравляю! Че вытащил? Че вытащил? Как обычно. Как обычно? Килограмм на 10, да? А когда это я на 10? Ловлю такую грамм. Ну я ж не знаю, может ты во сне каждый раз на 10 килограмм вытаскиваешь. Ну я тебе скажу, вот возьми ее как раз. А спи, это катушка к ней. Андрюша. Да? Катушку мы подарили на 23 февраля, да? Ну, такую катушку подарила. Ну ты рыбак. Это удилище даже рядом не стоит. Это все, все, надо ехать срочно. Я знаю место одно. Обалденно. Как раз вот твоей удочкой. Самов тягать будем. Не, ты что, для самов есть у меня. Да? Ну это под палка. Леща, под леща, да? Да, это под вицу, под леща. В общем, все, друзья мои, доволен он. Классно. Кто спрашивал? И Андрюша доволен. О, то! Вот это подарок! Олечка, ой, не, не, не. Прелесть!